Друзья мои, добрый день, вы на канале Блогермен. Перед вами смартфон Realme, и сегодня мы будем с вами улучшать звук на данном смартфоне. Покажу целый ряд способов, да, последовательность действий, которая поможет вам в этом. Итак, что нам нужно для начала? Мы переходим с вами, соответственно, в настройки. Здесь в настройках перед началом нам нужно найти такой пункт, как звуки и вибрация, да? Кстати, друзья, ставьте лайк, чтобы стоял у вас. У меня это очень важно, чтобы у нас с вами стоял, да? Это невероятно важно. Напишите в комментариях, стоит ли у вас лайк. После здесь мы в звуки и вибрация переходим в Dolby Atmos. Мы сейчас подготовим телефон для настройки звука. Сейчас сделаем, да, настройки и перейдем дальше. Смотрите, здесь у нас есть динамичный, адаптируется к различному медиа-контенту. Это рекомендуется, да? Стереозвук и чистый вокал для кинематографических впечатлений. Ребят, музыка, сбалансированный и насыщенный звук, идеальный для прослушивания музыки. Вы выбираете в своем случае вот этот режим для настройки, для последующей настройки, да? Выбираем и идем взад, не до самого упора, но до сюда, на посерединку примерно, да? Вот, входим. Что мы делаем дальше? Идем приложение. Можно также взяться за лупу. Вот она, для удовлетворения своих потребностей в поиске настроек. Пишем здесь приложение. Следующим образом. Приложение. И вот у нас появляется, переходим в приложение. Здесь у нас управление приложениями. Переходим. В правом верхнем углу нажимаем. Показать системные процессы. Здесь беремся за лупу и пишем Android. Полное слово. Android. По-английски, ребят. Система Android. Вы увидите много чего связано с Android. Нам нужна система Android именно с оранжевым человечком. Если у вас ее нет, напишите в комментариях модель своего телефона. Если у меня, сниму видео, как у вас сделать так, чтобы это появилось. Использование памяти отправляемся. Как видим, у нас здесь кэш 0 байт. Если у вас не 0 байт, вам нужно почистить кэш. Как это сделать, я сейчас покажу. Идем взад. Система Android. Использование памяти. Очистить кэш, ребят. В этом случае очищаем кэш, да? То есть, если у вас здесь нет кэша, ничего не надо очищать. Все понятно, да? Идем взад до самого упора. Теперь нам нужно с вами сбросить фоновые процессы, оперативную память и, соответственно, кэш на уровне системы, чтобы продвинуться дальше. Это необходимо. Поэтому до упора теперь идем взад. До упора. Зажимаем две кнопки. Кнопку включения-выключения и кнопку регулировки громкости вниз. Зажимаем и держим. Делается скриншот. Это ничего страшного. Продолжаем держать кнопки зажатыми. Ваш телефон, ребят, должен выключиться. Если он не выключается, даже спустя полминуты, как вы держите данные две кнопки, это означает то, что вам нужно зажать кнопку включения. Кнопку включения-выключения и громкость вверх. Зажимаем и держим. Держим до тех пор, пока телефон полностью не выключится. Он выключился, ребят. Он должен сам включиться. Не включайте его. Подождите, чтобы он сам включился. Да? Происходит сейчас очистка кэша, очистка оперативной памяти. Также фоновых процессов. Я сейчас не до конца. Нужно, короче, держать вот эти две кнопки около 10 секунд. Даже если он у вас выключился, вы должны еще держать на протяжении 5 секунд. Иначе он у вас не включится, как это происходит у меня. Я специально вам показал. Мы включаем его. И вы, если тоже, да, у вас случилось, как и у меня, то вы заново проделаете то, что я показывал. Ну, в смысле, зажимаем кнопки и ждем, пока он выключится. И еще ждем 5 секунд. И он тогда включится, ребят. И произойдет правильная очистка оперативы, оперативной памяти, да, фоновых процессов и кэш-данных.
Что мы делаем теперь, да? Сейчас покажу, телефон включится, и мы с вами перейдем к следующим шагам. Соответственно, вводим свой пароль от нашего смартфона. После этого мы с вами переходим в настройки. Идем, ну, беремся за лупу, естественно. Пишем здесь регион. Регион. Язык и регион. Регион, дополнительные настройки, язык и регион. Переходим, ребят. Здесь у нас с вами есть несколько вариантов. Чтобы звук стал лучше, смотрите, если у вас версия для РФ, телефон, не глобалка, не китайка, у вас могут возникнуть некоторые трудности с настройкой вот этой вот. Напишите в комментариях, если у вас для РФ, я сниму для вас видео, как сделать на вашем телефоне то же самое, чтобы звук был чистый, громкий, стал процентов на 40, на 50 громче. Напишите в комментариях модель и бренд вашего телефона. Ну, вернее, не бренд, а модель вашего, да, Realme. Вот, и напишите, что для РФ, да, чтобы было понятно. Я для вас видео сниму. Здесь беремся за лупу и пишем. Несколько есть вариантов у нас. Конечно, можно найти, соответственно, и вручную, да, а можно взяться за лупу, написать Гонконг, Китай. Либо же Китай у нас есть с вами, да, мы написали Ки просто, и у нас уже появилось несколько вариантов. Что-то не убирается клавиатура, странно. Вот, ну в общем, выбираем Гонконг, либо же Китай. Потом идем взад, до самого упора, ребят. Где у нас приложение? Идем управление приложениями, показать системные процессы, пишем систем. Android System WebView. Заходим, идем, использование памяти. Если кэш есть, ну вот у меня 760 килобайт, идем взад, пишем Android, полностью слово. Идем система Android, третья по счету, ребята, она у вас будет, вот так вот. Не первая, первая не нужна. Система Android, использование памяти, как видим, появился кэш. Очистить кэш. Убеждаемся, что здесь кэша нет. Все, значит, все правильно. Идем взад и делаем еще раз то, что я показывал. Перезагружаем для сброса кэша оперативной памяти фоновых процессов. Вот так вот. Зажимаем и удержим, пока не выключится, не перезагрузится. Все, у вас, ребят, звук станет чище, громче. Если вы все сделали в такой последовательности, если у вас глобалка, китайка, это поможет в большинстве ситуаций. Если нет, конечно, еще от модели зависит. Напишите в комментариях модель вашего Realme. Я для вас видео сниму, для вашего телефона индивидуально, скажем, помогу. Ставьте лайк, чтобы стоял у вас. У меня это очень, ребят, важно, чтобы у нас с вами стоял, да, лайк. Вот, подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео на канале. Задавайте свои вопросы в комментариях. А я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи, до скорого, друзья мои. Пока-пока.